133 спортсмена, 104 яхты. Таков состав участников Кубка России. Это третий финальный этап турнира. Предыдущие два прошли в Сочи в феврале и марте. Часть сборной команды страны находится на выезде за рубежом. Вот только что прошел чемпионат Европы, и неплохо наши ребята там выступили. И вот их отсутствие здесь, конечно, не повлияет на ход соревнований. Тем более, что дорога молодым у нас открыта. В рамках заключительного этапа Кубка России в олимпийских классах яхты и классе фин в Сочи уже прошли 4 гонки. Сегодня яхты снова вышли в море. Гонки продолжатся до 25 апреля. Имена победителей назовут в четверг. Добавлю, что на прошедших этапах Кубка, которые назывались «Зимняя ривьера» и «Сочинская регата», шел отбор спортсменов в молодежную сборную команду страны. Он продолжится и по итогам финала Кубка России в олимпийских классах яхт.